Вот. Это для вас всех, товарищи, что мы хотим вам показать, что я на самом деле получаю от этого громадное удовольствие. А то все говорят, Вай, вы кушаете, а мы вас не видим. А сейчас вы меня видите. Как я кайфую. Вот так. Всем приятного аппетита. Добро пожаловать на Баку. Попробуйте обязательно. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня мы с вами будем готовить блюдо из куриной печенки и желудочков. Ты еще забыла сказать, что туда еще чеснок. Да, нам понадобится еще чеснок, растительное масло. Ну и так далее. Выкладываем наши желудочки, только желудочки, на сковородку, включаем газ и наливаем немножечко воды. Ни соли, ни перчим, ничего? Нет, 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 наши желудочки должны немножко свариться. Нарезаем наш лук. Мелко нарезаем? Ну, такими мелкими ромбиками, квадратиками. Кубиками, я буду сказать. Правильно. И мелко нарежем самсах. Наш чесночок. А следа вы его и помять тоже можете. Вот это. Вот. Наши желудочки должны свариться до готовности. Как только увидите, что они уже мягкие, практически. В общем, мы их не солим, не перчим. Нет, они даже сварятся. Сварилась наша. Да, она уже почти мягкая. Так. Теперь нам нужно бульон сцедить. Вкладываем наши желудочки, прибавляем газочку. Газку. Газку. Угу. А маслице какое будет у нас? Так. Все-таки я добавлю сюда топленое масло. Топительское масло. Да. Добавляем сюда 1,5 ложки топленого масла. Масла. Это не проблема. А сливочное? Ну или сливочное, так, в общем, любое масло. Можно растительное. По рецепту, в принципе, растительное здесь масло. Но из-за того, что я предпочитаю топленое масло всему и всем. Поэтому добавляем сюда печень. Нашу производительность. Вид потрясающий. А запах какой? Сюда. Угу. Мы добавим, естественно, соль. Посолим хорошенько. Прибавьте газу, чтобы она у нас не варилась. Добавляем наш лук.
мелко нарезано, как это нужно обязательно сказать. Ну, не совсем мелко, такое, мелко нарезано. По-любому, наверное, трудового уксуса даешь. Чем мельче, тем лучше. То как бы его не чувствую я его слишком сильно. Немножечко мы его поджарим. Чтобы дошел до кондиции. Да. Сюда же добавляем чуточек сары кей. Куркума. Обожаю слово. Куркума. Куркума. Странно, что в переводе не желтый корень, а именно. Ну, переводили не мы. Переводили переводумны. Бесы, что было? Так, а сейчас что добавили? Пистер. Чуточек черный перец. Для вкуса. Да. Угу. Добавим сюда гора пистер. Добавим сюда. Корицу. Добавляют для того, чтобы убить запах. Запах потрошков, ага, и сало. Но если у кого корицы нет, это уже их проблема. Добавлять. Ну, желательно, чтобы добавили. Запах оставить. Все эти приправы перемешались у меня в мозгу. Крышку закрываем? Нет. Крышку не закрываем. Немножечко нашего бульончика. Угу. Куриный бульон. Да. Сюда же я добавляю 2 чайные ложки томата. Томата. И хорошенечко это все вот так перемешиваю. Сюда мы добавим немножечко нашего тмина. Мне кажется, не немножечко, а немножко хорошо добавить. Да. Потому что он был это удовольствие. Ну все, бест. И заправляем нашим чесночком. Получается вот такая масса томатно-чесночно-тминовая. Вот так. Видите, она немножко у нас погустела. Я бы тоже погустел, если бы меня столько залили. Готово. Все? Да. Вот, пока наши запчасти жарятся. Они именно должны прожариться, правильно я понял? Немножко, да. Чтобы не были такие рыхлые или как? Видите, чтобы ягоды шли, да? Чтобы дожарились. Чуть глубже прожарился. Немногие пишут, что ты меня балуешь. Они правильно пишут? Ну, конечно, каждый день так и будет. Ну, не каждый день. Через день. Мы немножко с вами нарежем свеженько петрушки, мелко-мелко, когда будем подавать блюдо. Наши давно уже готовы. Мне кажется, куриные готовы. Да. С таким блюдом наши печенки давно готовы. Теперь нам нужно убавить газу. Газончик поменьше. И потихонечку вольем сюда. Соус. Да. И бульон тоже готов.
Все, добавляем газ, закрываем крышкой, и она у нас должна протониться минут 10-15, когда вы почувствуете, что она уже готова. Как? Это просто и шедевр. Аура налив, шедевр, да на, закрывай, закрывай, вот так, красавица. Ух ты! Ух ты, нет, ты понял. Фантастическое. Нашего бульона практически уже не осталось. Это означает, что мы все ближе и ближе к нашей трапезе. Уже как-то может я выпрямить. А с чем мы будем это кушать? Я сделала картошку, да. Так, пожалуйста, покажи эту картошечку по-братски. Она очень шумит. Ну ничего страшного, потом готовить. Вот, вот такая ереварская картошка, жареная на топленом масле. До свидания, картошка. Все, я это закрываю. Наше блюдо. Через 2 минуты. Как долго? 2 минуты. Уже видишь, бульона нету. Побахом, побахом. Смотри. А, уже ягод еще. Ягод еще где? Ягод еще где, значит, уже... Уже готова. Она уже в масле, да. Ну все, дорогие друзья. Угу. Наше блюдо готово. Я пока расскажу себестоимость этого блюда. Можно будет? Да. Я примерно все посчитал. Это все нам обошлось где-то в 4 или в 5 манат. Все полностью. Ну, печенюшки, меченюшки, там это что там вообще. Желудочки, мылучки, это стоит в Баку. Ну, пускай бы 3-4 маната. Огурцы, помидоры, это по дефолту. Картошка килограмм у нас получается. Ну, картошка мы... Символический дарник. 70 копеек килограмм, да. И все. 5 манат. Это я запас. Все. Бесте. Петрушку, пожалуйста, немножко насыпьте. Петрушечку. Боже. Ой, какой прекрасный, прекрасный цвет. Какой запах стоит. Все. Так и хочется что-то выпить. Ну, я только потом выпью. Давай. Попробуй. Угу. Это невозможно. Потрясающе. Это фантастика. Ни одно слово не скажу. Серьезно? Сказать просто потрясающе. Надо какая картошка, подожди, где картошка? Ну попробуй, как это получится. Я попробую сейчас. Вот смотрите, вот это печень. Сейчас я его как раз попробую. Па. Улет. Просто фантастика. Вот, это для вас всех, товарищи, что мы хотим вам показать. Я на самом деле получаю от этого громадное удовольствие. А то все говорят, Вай, вы кушаете, а мы вас не видим. А сейчас вы меня видите. Как я кайфую. Вот так. Всем приятного аппетита. Добро пожаловать на Баку. Попробуйте обязательно.